Ну вот он ее пишет, да, это и это. Вот как много, да, тут всяких тонкостей, вот это, которые то так, то сяк. А на самом деле имеется в виду артикуляционные, конечно, вот эти вещи. Ну, здесь понятно, что делаем. Такая штука, да, такая. Здесь надо пульсировать. Пам-пим-пим-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И лям-пим-пам. Ну, немножко сдержаннее, конечно. Да? Ну, обязательно. Ну, вот такая. По нижним дугам. По нижним дугам. Как это? В руке. Но потом посмотрим. Просто сейчас я пишу второго рояля. Надо было бы, конечно, позаказать. А, вот у первого сейчас будет. Посмотрим. Да. Вот у первого сейчас покажу. Как в начале. Ну, сейчас я не играл, как в начале. А здесь сейчас покажу. Вот такая штука, вот такая, да, вот так, вот так. Как это делается? Вот сейчас, да, вот я по нижней дуге, и потом отсюда, да, это, да, да, раз, два, три, да-дам, дам, бим, тири, да, то есть я при абсолютно свободной руке, я по нижней дуге, и потом активные пальцы, вот такие, ля-ри, вот. Вот так эта конструкция играется.